Заготовка кормов в республике идет опережающими темпами. Это по сравнению с прошлым годом. К скашиванию многолетних трав в 2019-м приступили 17 мая раньше, чем обычно. По данным администрации муниципальных районов, сельхозорганизаций и крупных КПХ, на 1 июля скошено 66,5% всей укосной площади. При этом в Ярчевском и Ебрестинском районах, которые являются лидерами по укосным площадям, площадь скашивания превышает республиканский показатель. Необходимо здесь увеличить темпы работ Ялинскому, Красноармейскому, Чебоксарскому и Аликовскому районам, где при сравнительно больших укосных площадях темпы роста отстают от средних по республике. Сенаж заготавливают в 19 районах республики. Почти половина, 43%, уже есть. Здесь лидируют Ялчикский, Чебоксарский и Вурнарский районы. Сено готовят во всех районах Чувашии. На 1 июля план выполнен на 51%. Это 51 тысяча тонн сена. Дождь, прошедшие выходные, по всей республике работы приостановил. Зато снял ранее поднимавшийся вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации из-за засухи.